дня космонавтики стоило бы пригласить астрофизика, который вам рассказал бы, но вот пришла я. Чем я занимаюсь? Я так уж сложилось, что я изучаю различные объекты, экологические объекты. Я начинала с изучения тяжелых металлов в почве, потом я изучала органические соединения ртути, и теперь я занимаюсь радионуклидами. Нормально? Нет, нет. Окей. Тема сегодняшнего доклада, она сформулирована так. Ядерная энергетика, мифы, перспективы и предрассудки. Как показывает мой личный опыт, когда я рассказываю людям, чем я занимаюсь, самый распространенный вопрос, который мне задают, а это страшно, это опасно, ты ночью светишься? Ночью я не свечусь, можете спросить у моего мужа. Это не опасно. Я не химик, я не имею возможности каждый день работать с радионуклидами. Но я тесно работаю с ними, с химиками, я имею в виду. Вот. И также я интересовалась у них несколько раз. Ну как это? Тебе не страшно? Ты держишь в руках плутоний, там, уран. Нет, потому что люди знают четко технику безопасности, которую они должны соблюдать. И все наши страхи, наши предрассудки касательно радионуклидов, ядерной энергетики, они порождены тем, что мы не знаем чего-то. Поэтому сегодня я хотела бы вам рассказать немного о ядерной энергетике, то, что я знаю. А вы сами уже решаете, хорошо это или плохо, стоит ли нам развивать этот вид энергетики или же не стоит, и что будет в будущем. На данном слайде представлено... Это Швейцария. На этой картинке показано распределение и количество ядерных атомных станций. Швейцария – это страна, которая очень активно использует ядерную энергетику. Но после аварии на Фукусиме они решили приостановить эту программу. Почему я решила начать со Швейцарии? Вы знаете, была история в прошлом году, участвовала на конференции, и рядом с отелем у нас было удивительно красивое здание, похожее на какой-то детский садик, какие-то необыкновенные приборы стояли возле этого здания. Сначала мы подумали, что это детский садик, либо какая-то образовательная школа. Нет, потом нам объяснили, что это выставочный зал одной из ядерных станций в Швейцарии, которая занимается тем, что объясняет людям, детям, что такое ядерная энергетика, как проводятся работы, как работает станция, какие исследования ведутся в области обеспечения безопасности. Вот этот подход, он меня тронул до глубины души. Поэтому я для себя сделала вывод, что об этой теме надо говорить. Говорить надо о ней чаще, чтобы люди понимали, что это, да, это опасно, но если мы будем знать об этой теме больше, мы будем понимать, как нам обезопасить себя. Дальше. Да, первое видео. И вот говоря о безопасности, я хотела бы показать вам два видео. Я не знаю, может быть, вы видели? Это директор ртутного завода, и он доказывает, что металлическая ртуть не вредна. Ну, вы знаете, металлическая ртуть, да, она не настолько вредна, вредны пары ртути, но вот это действительно неправильный подход. Не стоит так делать, не стоит доверять такому человеку. Я не могу сказать, что это профессионально. А теперь второе видео. Второе видео, давайте посмотрим. Можно второе видео? А вот второе видео, на котором нам расскажут о правилах работы в лаборатории, в которой изучают радионуклиды и актиниды. Значит, перед тем, как попасть в такую лабораторию, можно чуть потише сделать.
Ну вот тут нам говорят, что нельзя показать все процедуры, связанные с техникой безопасности. Необходимо перед тем, как проникнуть в эту лабораторию, нужно переодеться, принять душ. Вот смотрите. Показывают, что люди одевают перчатки. Это обязательно, потому что лаборатории очень чистые. Они сканируются детекторами, чтобы понять, есть ли загрязнение, могут ли там люди работать. Если вы не используете перчатки, велика вероятность того, что если есть какое-то загрязнение, вы можете просто перенести руками это ко рту, и дальше это все проникнет в ваш организм. Дело в том, что альфа-излучение, у него небольшая глубина проникновения, и достаточно использовать перчатки, чтобы себя обезопасить, и носить специальную одежду. Но если вы работаете голыми руками, то велика вероятность того, что вы можете что-то плохое для организма сделать. Вот. Вот сейчас профессор нам объясняет правила работы, как надо действовать. Вот это жидкий нептуний. Это просто интересно посмотреть. Дальше в конце своего выступления я вам дам ссылку на сайт этой исследовательской группы. Довольно интересно посмотреть. Можно остановить видео. Следующий слайд. Я расскажу немного об истории развития ядерной физики, какие открытия дали толчок для развития ядерной энергетики, расскажу, что происходит в этой области сейчас и чем занимаюсь я. Что такое ядро и что такое атом? Атом – это ядро, которое состоит из нейтрона и протона, вокруг которого вращается электрон. Что такое ядерная реакция? Ядерная реакция – это взаимодействие атома с другим ядром, либо частицей, которая характеризуется изменением структуры и состава ядра. Такие реакции бывают контролируемые и неконтролируемые. Если мы говорим о ядерной энергетике, естественно, нам хотелось бы этот процесс контролировать. Далее. Значит, какие открытия легли в основу ядерной физики, ядерной энергетики? В 1896 году впервые Анри Беккерель наблюдает естественную радиацию солей урана. Через два года супруги Мария Кюри и Пьер Кюри, они открывают радиоактивность тория и выделяют полоний радий, который оказывается во много раз радиоактивнее урана. И все вы знаете, что Мария Кюри и Пьер, они были удостоены Нобелевской премии. И в связи с тем, что работали они тогда, можно сказать, голыми руками, получили дозу радиации, вторую свою Нобелевскую премию Мария Кюри получала уже глубоко больным человеком. В 1911 году в лаборатории под руководством Резерфорда была открыта природа радиоактивного излучения, были открыты альфа, гамма и бета излучения. Это стало возможно после того, как Резерфорд предложил ядерную модель атома. В 1932 году Чедвик открывает нейтрон. До этого люди считали, что атом состоит только из ядра и электронов. В 1942 году Энрико Ферми создает первый ядерный реактор. Энрико Ферми еще называют отцом ядерной бомбы. Как уже говорил первый спикер, все передовые разработки сначала отходят военной промышленности, что хорошо или не очень, это решать каждому. Так вот, создан первый ядерный реактор, и Энрико Ферми и также другие ученые из Европы начинают работать в таком манхэттенском проекте, который нацелен на то, чтобы создать первую атомную бомбу. Начиналось все с того, что группа ученых, которая в свое время работала в Германии, в которой уже начинались военные настроения, они написали президенту Рузвельту о том, что ведутся такие
исследования по применению ядерной энергии в военных целях. На что президент США отреагировал незамедлительно, перевез всех ученых в США, и они стали работать. Но в СССР также велись работы, и в 1946 году был создан первый реактор в Европе, точнее в СССР. Дальше. Ну и, как я говорила, работа Манхэттенского проекта завершилась тем, что в 1940-е годы были испытаны первые ядерные бомбы. Ну, наверное, все вы знаете, что, какие события печальные были. Но после этого работа ученых сдвинулась в более мирное русло, и в 1954 году под руководством Курчатова был создан первая атомная электростанция в мире, в Калужской области, Обнинская атомная электростанция. После этого атомные электростанции были построены в Великобритании, в США и дальше по всему миру. Дальше. Если мы говорим о ядерной энергетике как об альтернативном источнике энергии, стоит взвесить все за и против, плюсы и минусы. Минусы. Естественно, это опасно. Это аварии, которые могут происходить на атомных электростанциях. Все вы знаете Чернобыльскую атомную электростанцию, Фукусиму, последствия, которые были после этих происшествий. Это печально. Экологическое загрязнение, которое может происходить при выводе атомной электростанции из штатного режима работы, и утилизация радиоактивных отходов. Это довольно сложный вопрос, дорогостоящий, требующий достаточно больших усилий со стороны ученых, инженеров. И в данный момент времени научное сообщество действительно концентрируется над решением этих задач. Но если говорить о плюсах, плюсы довольно-таки заманчивы. Это довольно стабильный вид топлива, потому что он не зависит в сильной мере от запасов урана, если сравнивать с полезными ископаемыми, газом, нефтью и так далее. Это экономически выгодный источник энергии, потому что нам достаточно небольшого количества топлива для того, чтобы получить много энергии. И это дружественный к окружающей среде источник энергии, потому что, к примеру, выхлопных, загрязнения атмосферы не происходит, то есть нет выбросов углекислого газа. Вот, к примеру, вы знаете, какой основной источник загрязнения в Ростовской области? Вот у нас есть Новочеркасская ГРЭС, есть Волгодонская атомная электростанция. Так вот, самым основным источником загрязнения в Ростовской области является Новочеркасская ГРЭС. Вот, ГРЭС. Потому что выброс в атмосферу, потом это с дождями все попадает в почву, и потом мы кушаем. Пары. Да. Работаешь на газе, на угле. Давайте мы потом обсудим. Ну, наверное, более экологически чистый вид энергии – это ветряные станции и солнечные батареи. Но солнечные батареи – это довольно сейчас неэффективный вид энергии, потому что мы задействуем КПД. Только на 50% мы можем использовать, потому что всегда у нас только одна сторона солнечной батареи направлена к Солнцу. Далее. Ну, на данном слайде я представила вам информацию о том, какие страны как используют атомные электростанции. На данный момент в мире построено около 400 атомных электростанций. Планируется к запуску и постройке еще 70. Далее. На данном слайде более подробно показано распределение атомных электростанций по странам.
После Фукусимы многие страны отказались от продолжения использования атомной энергетики. Как я уже вначале говорила, Швейцария довольно активно использовала этот вид энергии, но после Фукусимы вся эта деятельность сворачивается. Германия отказалась, Италия, но более оптимистично настроен Китай, они собираются строить реакторы. Вот. Самые мощные электростанции находятся в США, но они только на 20% удовлетворяют потребности населения. Самой лидирующей страной по выработке атомной электроэнергии является Франция. Франция не собирается сворачивать свою программу в этой области. Они просто пересмотрели свое отношение. Они сказали, что да, печально, что это произошло, но мы должны пересмотреть свое отношение к безопасности, мы должны совершенствовать систему защиты, совершенствовать сами электростанции, строить станции нового поколения, более мощные и более безопасные. Далее. Я уже упоминала о происшествиях, которые были связаны с атомными электростанциями. Это всем известная Чернобыльская атомная электростанция, Фукусима, происшествие на маяке, авария в Виндскейле и авария на ядерном объекте Такаймура. Только одно происшествие было вызвано по независящим от человека причинам. То есть вот это цунами, землетрясение, которое вызвало аварию на Фукусиме. Все остальные аварии были, к сожалению, вызваны человеческим фактором. Далее. Как я вам говорила, что какие-то страны собираются сворачивать свою программу по использованию атомной энергетики, какие-то, наоборот, хотят и будут совершенствовать. То есть сейчас, на данный момент, в мире существуют установки атомных электростанций второго типа, третий тип – это так условно, это усовершенствованный второй тип. Страны, которые собираются строить и вводить в эксплуатацию атомные новые электростанции, они действительно заботятся и ведут активные исследования в области совершенствования безопасности, я бы сказала, безопасности в первую очередь. Постройка самого совершенного типа атомных электростанций планируется только в 2030 году. Далее. И поподробнее о том, как же все-таки работает атомная электростанция. В качестве теплоносителя, извините, я волнуюсь немного, значит, реакция деления урана используется для того, чтобы мы получали энергию. Энергию, которую мы бы потом переводили в электрическую энергию, и дальше эта энергия доводилась до конечных пользователей. Значит, в качестве теплоносителя элементы для теплопередачи используется вода. Вода под высоким давлением, чтобы она не закипала у нас. Значит, холодная вода попадает у нас в активную зону реактора, замедляет нейтроны, чтобы они соударялись с ядрами урана, тем самым провоцируя реакцию деления. При реакции деления вырабатывается достаточно большое количество энергии, вода нагревается, попадает в теплообменник, нагревает там воду, вода закипает, пар вращает турбины, и уже кинетическая энергия переводится в электрическую. В парогенераторе вода охлаждается, пар оседает, охлаждается, превращается в воду, и дальше цикл возобновляется. Сама реакция
деление урана, она достаточно опасная, поэтому все реакторы, они довольно хорошо защищены, они под таким куполом. То есть, если что-то происходит, чтобы, если какой-то взрыв, чтобы это все было под куполом. Значит, топливные элементы находятся в виде стержней, они располагаются вместе с стержнями управления. Скорость протекания реакции деления мы можем контролировать тем, вот этими управляющими стержнями. Если мы хотим ускорить реакцию, мы просто опускаем их ниже. Если замедлить, мы их чуть-чуть поднимаем. Это все управляется с пульта оператора. Следующий слайд и видео. Вот на этом видео, другое видео, на этом видео каждый из вас вообще может детально посмотреть, как устроен реактор атомный, попробовать себя в роли оператора. Тут довольно подробное описание всех частей атомной электростанции, как они работают. Попробуйте. Это довольно интересно. В конце своей лекции я тоже дам ссылку на эту работу. Этот сайт разработали студенты Манчестерского института по изучению ядерной энергетики. Довольно большой институт в Великобритании, который активно ведет исследования в этой области. Довольно занятно. Если у вас есть время и желание, пожалуйста, можете попробовать. Дальше. И сейчас я хотела бы рассказать то, чем занимаюсь я. Это группа, в которой я работаю. Полгода я работала в Германии под руководством доктора Тони Витовой совместно с аспирантом Иваном Пиченко. Оба они работают в технологическом институте города Карлсруэ, в институте по изучению ядерных отходов. Мой научный руководитель здесь, в Ростове, профессор Александр Солдатов, по совместительству он руководитель Международного исследовательского центра Smart Materials. То, чем мы занимались тем, что исследовали... Следующий слайд. Мы изучали взаимодействие урана с магнетитом. Почему? Чем интересна эта тема? Как я уже говорила, что отработанные элементы ядерного топлива нужно как-то утилизировать. Как это сделать так, чтобы обеспечить долгосрочность и безопасность? Различные варианты рассматриваются, и ученые идут от самого простого. То есть, если мы будем помещать глубоко под землю, в металлических контейнерах, в которых будут находиться отработанное ядерное топливо. Эти стальные контейнеры, они будут запечатаны в бетон. Дальше вот этот вот грот, он тоже будет из специального материала сделан. Но что будет происходить с этими стальными контейнерами в условиях под землей? Никто не знает. Поэтому моделируем такую ситуацию. Если эти стальные контейнеры начинают покрываться коррозией, и если будет вероятность утечки ядерного радиоактивных отходов из этих контейнеров, нам нужно в экстренно короткие сроки перевести уран в немобильную форму. Мобильность урана в окружающей среде очень сильно зависит от его степени окисления. Четырехвалентный уран, он не мобильный, то есть он труднорастворимый, поэтому он не мобильный в окружающей среде. Пятивалентный, он нестабильный, шестивалентный, он очень мобильный. Поэтому, если у нас в отходах присутствует шестивалентный уран, нам необходимо его перевести в четырехвалентную форму. Поэтому мы исследуем взаимодействие с магнетитом. Магнетит есть в земле везде. Это очень распространенное соединение железа. Интересно это соединение еще тем, что в его структуре есть двухвалентное железо и трехвалентное железо. И двухвалентное железо при взаимодействии с ураном переводит его в нерастворимую форму.
Дальше. Ну, тут показан процесс синтеза. То есть мы синтезировали наночастицы магнетита, взяли хлорид урана, смешали это все и дальше исследуем наши образцы. Как мы это делаем? Мы используем синхротронное рентгеновское излучение. Все вы знаете, да, это сложно. Вот постараюсь вам объяснить на пальцах. Все вы делали рентген когда-нибудь, да? Вот знаете эти снимки ваших пальчиков, ножек или еще чего-то. Вот в грубом приближении мы помещаем сюда образец. И на выходе мы получаем такую же картинку. Но в качестве этой картинки у нас будет спектр. Спектр чувствителен к разным изменениям в локальной атомной и электронной структуре. Сейчас я расшифрую. То есть, если у нас происходит изменение связей в соединении, либо же меняется степень окисления, все мы это будем видеть здесь. Эти спектры, они характерны для каждого элемента, для каждого соединения. Его используют как фингерпринт метод, то есть метод отпечатка пальца. Исследования проводятся на синхротронах. Это большая-большая установка, аналогично большому адронному коллайдеру. Только там используется синхротронное излучение. Значит, мы синтезировали образцы, перевезли их на синхротрон, измерили, и на выходе мы интерпретируем вот эти спектры. Дальше. Вот как выглядит реальная установка. То есть мы сюда помещаем образец, рентгеновский пучок у нас идет. Образец помещается относительно рентгеновского пучка под углом 45 градусов, и мы регистрируем, то есть то, что у нас попадает на образец в качестве излучения, и то, что у нас проходит через образец. Вот расположен кристалл-монохроматор, который позволяет нам, как бы это так объяснить, улучшить энергетическое разрешение. Дальше вот это вот рентгеновский пучок, который прошел через образец, он попадает на детектор. И отношение падающего излучения на прошедшее, оно будет отражено в этих спектрах. Вот такая сложная установка, но с первого взгляда установка сложна, но когда ты с ней работаешь, все очень легко и интересно. Дальше. Вот. Значит, это предмет нашей гордости. Вот, как я говорила, Ваня, он работал со мной вместе над этим проектом. Он разработал дизайн вот этой вот инситу ячейки. Инситу значит в то же время, тотчас. То есть мы можем измерять и видеть, как взаимодействуют наши наночастицы с ураном в реальном времени. То есть сама реакция протекает вот здесь, в этой ячейке. На самом деле круто. Это действительно, ну вот сами представьте, у вас там жидкий уран, вы его облучаете рентгеном, это действительно то, что очень интересно, на мой взгляд. Нет, на кухне так сделать нельзя, потому что, я же говорила, нужно соблюдать технику безопасности. Дальше. И что мы получаем на выходе? Вот эти спектры. То есть вот здесь у нас спектр соединения урана, в котором присутствуют все три степени окисления, которые нас интересуют. Шестивалентный, пятивалентный и четырехвалентный. И здесь спектры нашего соединения, где мы варьировали концентрацию урана. Анализируя эти спектры, мы видим, что если мы увеличиваем концентрацию урана в наночастицах магнетита, мы видим эффект восстановления, то есть то, что нам нужно. То есть если у нас из контейнера вытекает много урана, и оно взаимодействует с магнетитом, оно будет переведено в немобильную, в стабильную форму. То, чем занимаюсь я теоретически моделирую эти спектры, моделирую структуру полученных соединений. Довольно трудоемкий
и не всегда интересный процесс, но когда ты вот видишь, как там в этой ячейке взаимодействует уран, это тебя очень сильно мотивирует. Все. Так, и как я говорила уже, полезные ссылки. Первая ссылка – это ссылка на видео из лаборатории. Вторая ссылка – это ссылка на Манчестерский университет, где вы можете поиграть в вот эту игрушку. И еще хотела вам предложить почитать такую книжку Роберта Юнга «Ярче тысячи солнц». Это как раз-таки описывает тот период времени, когда происходил манчестерский проект. Вот. Спасибо вам за внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Принципиально отличие четвертого поколения от прошлого. Ну, кроме того, что он вписан хитрайдером или ключом. Что-что? Вы показывали картинку, где были поколения атомных реактора. Так. Ну, первое, второе, третье и какой-то. Четвертая, которая появится там через 20. Ну, будут усовершенствованы механизмы. Как я уже говорила, что все происшествия, которые были связаны с применением ядерной энергетики, они все были вызваны человеческим фактором. То есть нам нужно сейчас позаботиться о том, чтобы вот как-то минимизировать долю человеческого фактора. Ну, то есть мы механизмы работы этих реакторов, они будут усовершенствованы до такой степени, что человеческий фактор будет играть очень-очень минимальную роль. То есть оператор несет минимальную ответственность. Также там будут использоваться есть разные типы реакторов. Используют тяжелую воду, легкую воду. Если говорить просто, будет усовершенствована степень безопасности на разных этапах. То есть будут дополнительные купола, которые будут предотвращать последствия, если происходят какие-то взрывы. Потом будут внутренние купола, которые будут тоже сдерживать вот это вот все, что происходит внутри реактора. Что? От утечек, наверное, радиоактивного. От утечек, конечно, они защищают и... От взрыва, ну, купола, они сейчас ведутся исследования над сплавами, которые могут быть использованы, которые будут вот это все там минимизировать. Пожалуйста. Да, да. Ну, наверное, уточнить хотел просто. Насколько я понимаю, четвертое поколение этих реакторов, оно все-таки должно еще быть и более эффективно в использовании топлива, выход энергии будет больше, КПД больше. То есть он не просто выглядит круче. Он не круче, там будет все улучшено. А, ну это понятно, что конкретно круче, просто, ну, само изображение было весьма футуристическое и не особо понятно было, что он себе представляет. Ну, реально сейчас сложившийся... Например, располагать где-то в других местах, например, под землей или... Нет, такого я не слышала. Вот я говорю, что это только проект, который планируется только построить в 2030 году. Есть такая организация, Европейский совет, который ведет активные разработки в этой области. И сейчас рассматриваются предложения, которые могут быть включены в проект, идеи, которые могут быть использованы для постройки современных ядерных станций четвертого поколения. Пожалуйста. Да. Здравствуйте, огромное большое спасибо за эту лекцию. Мне очень понравилось. Я очень долго ждал, что наконец-то что-то будет по ядерной энергетике. У меня будет три вопроса. Хорошо. Стараюсь максимально быстро. Первый вопрос. Я по своей наивности из школьного учебника физики думал, что плутон – это твердый серебристый металл, а не желтая жидкость, как вы показали. Скажите, в чем подвох? Подвох в том, что я вам показала соли урана, а есть металлический уран. Вот мы не досмотрели видео, там были маленькие кусочки урана, да, уран металлический был показан. Я вам показала нептуний в растворе. То есть все, что связано с солями, это будет жидкость. Причем интересный факт, что, ну, вот я колбочки показывала, да, в зависимости от степени окисления, вот эти вот соли, они будут иметь разную окраску. Это так довольно красиво смотрится. Хорошо, второй вопрос. Да. Нам урана хватит точно надолго, если надолго. Перевести на вообще
Ядерного нам хватит больше, чем нефти, верно? Ну, конечно, да. И третий вопрос. Как вы относитесь к проекту ИТЭО по термоядерной энергетике? Не боитесь, что вы останетесь без работы через 10 лет? Я останусь без работы? А почему я останусь без работы? Я физик, я могу изучать все, что угодно. Вопрос. Насколько реально в этом веке использовать термоядерную энергию так же, как и атомную в отрасли энергетики? Термоядерную? Да, термоядерную. Ну, вроде, по-моему, больше энергии, чем... Я понимаю. Знаете, вот в институте, где я работала, у них раньше был термоядерный реактор, такой исследовательский. Он не на нужды пользователей. Но как-то проект этот свернулся. Все-таки, наверное... Энергии, да, дает больше, но нужно же и о безопасности. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, что будет в будущем. Видите, сейчас проекты только четвертого поколения рассматриваются, ядерных установок. Что с термоядерным, я не могу сказать. А, я еще забыла упустить такой... Важный момент, что все атомные электростанции, они же могут использоваться по двойному назначению. Что будет, если террористы захватывают? То есть, ну, надо думать о много факторов учитывать. То есть, как-то так. Поясните вопрос. Поясните, пожалуйста. Да. Вы сказали, магнетит, когда взаимодействует с ураном, то валентность урана понижается. Восстанавливается он. Восстанавливается. Да. А почему бы сразу не провести реакцию? С четырехвалентным? Да. А в ядерном топливе, в отходах у нас присутствует шестивалентный. Мы бы с радостью с четырехвалентным, но там только шестивалентный. То есть он под землей лежит, и у него понижается валентность? Нет. Дело все в том, что в отходах ядерного топлива у нас в основном присутствует шестивалентный уран. Когда мы запечатываем эти отходы в контейнере, у нас там шестивалентный уран. И мы моделируем такую ситуацию. Если у нас есть утечка из этих контейнеров, нам нужно использовать что-то такое, что есть там, внутри хранилища. Магнетит присутствует как продукт коррозии этих контейнеров. Двухвалентное железо, которое в составе вот этого магнетита, оно взаимодействует с ураном и переводит его в четырехвалентную форму. Немобильную. То есть происходит процесс иммобилизации. То есть это немобильная, нерастворимая форма урана, которая остается там же, в хранилище. То есть весь риск связан с тем, что если подводные грунтовые воды будут уносить это все далеко из места захоронения, это будет нанесен огромный урон окружающей среде. То есть вначале у нас шестивалентный уран, в контейнере у нас шестивалентный уран, после взаимодействия с магнетитом четырехвалентный уран. А почему сразу нельзя взять, провзаимодействовать, и уже не мобильный уран надо покупать? Ну, вообще контактировать сразу с отработанным топливом довольно трудно. То есть это надо. Ну, вы знаете, вот я видела, как работают люди с маленькими элементами топливных ячеек. Это все происходит в специализированных комнатах с манипуляторами. То есть это довольно. И вы не можете обработать большое количество. Дорого. Это дорого, это время затратно, это нецелесообразно. Пока технология такая, к сожалению. Спасибо. Да. Вот был вопрос. Спасибо, мой вопрос уже. А рассматривается ли вообще такая технология утилизации сырья, как отсылка в космос, в солнце? Все равно же это как-то транспортируется в Землю, так или иначе. Почему нельзя
планеты совсем околдовать? Ну, это, знаете, это мое отношение к этому, это не экологично. Мы будем засорять космос. А кто сказал, что мы имеем право это делать? Вот я говорила вначале про Швейцарию. Вот когда они начинали использовать атомную энергетику в своей стране, у них два раза проводился референдум. Вся страна голосовала. Первый раз. Используем ядерную энергетику в своей стране? Да. Второй раз. Используем? Да. Когда была подписана декларация, которая регламентирует условия и правила использования ядерной энергетики в стране, там было четко прописано, когда ядерная установка выводится из работы, все отходы утилизируются конкретно в этой стране. То есть мы потребители, и мы должны думать о том, где мы будем у себя на территории. То есть, понимаете, мусор мы можем вывести куда-то далеко, и нас это не будет волновать. Но мы потребители, и мы несем ответственность за то, что мы потребляли, то, что мы делали. И вот сейчас у них очень активно ведутся исследования по разработке мест, где можно было бы безопасно захоронять. Это недалеко, кстати, от Альп. Вот там у них есть какие-то глинистые породы, которые довольно устойчивы к движению плит. Космос, да, есть такие идеи, но по ряду причин ученые пока не в восторге от этой идеи, прежде всего астрофизики. Они целесообразны. Вы представляете, сколько нужно будет вывести и сколько это будет стоить? Проще в недра. Ну, если вдруг экологическая катастрофа, то придется самим улетать уже. Ну, придется, да, самим. Там вот сзади, пожалуйста, вопрос. Да-да. Задний ряд. Да-да-да. Ну, Черкасская наша родная, на чем работает? Я, насколько знаю, на угле она работает. На чем? На угле. Насколько я знаю, да. Теперь второй вопрос, сказать, она сама загрязняющая. Какой умник додумался строить ее на том месте, где она сейчас стоит, а там уже листья и пласты как раз, господствующий ветер северо-восточный, и все тут на расстройство. Кто догадался в том месте, Вы знаете, я поддерживаю вопросы, я вообще всегда готова задавать такие вопросы нашему руководству, которые, ну, мы построим, а что будет дальше, мы подумаем. Ну, строили Новочеркасскую ГРЭС давно-давно, я еще, по-моему, в проекте даже не была. Вот. Теоретически? Ну, была свободная земля, построили. Вот. Извините. Да. А если представить нереальный сценарий того, что из-за сейсмической активности одновременно взорвутся все существующие атомные станции, энергостанции, какие последствия будут для Вселенной? Для Вселенной перестанет существовать Земля, но я думаю, что вот миссия на Марс, она уже будет у нас в прогрессе, да. Марс не затронет, но вот вдруг у нас будут уже колонии там. Да. А какова доля оружейного урана и плутония при В конечной стадии, вот честно, не могу сказать. Мне над химиком. Вот я не специалист в этом. Не могу сказать. А какая перспектива развития сейчас атомной энергетики в России? В России? А после Фукусимы Россия сказала, что мы будем продолжать использовать ядерную энергетику. Планируется постройка еще нескольких энергостанций. И, кстати, вот вчера буквально приезжали к нам из Курчатовского института люди. Вообще применение атомной физики сейчас довольно широко будет использоваться. Запускается здесь проект атомной медицины в Ростов. Вот ЛИАФ был. Хотят построить центр по ядерной медицине. Ведутся исследования. Довольно плотное сотрудничество у нас сейчас с Курчатовским институтом выстраивается
развивается эта область, и будут строиться дополнительные атомные электростанции. Вы сами понимаете, почему это должно происходить, потому что запасы традиционных источников энергии, они исчерпываются, ведутся войны и все прочее. Более альтернативные источники энергии, как водородная энергетика, пока еще не совершенная технология, ветряные мельницы. Да, но у нас это не развито. Солнечные батареи, использование хорошо, да, КПД пока низкий, но требует достаточно больших площадей. Тоже продолжительность светового дня у нас не везде в России. То есть на севере вы не сможете поставить эти солнечные батареи. Гелиоэнергия, ну, возможно, но пока вот, к сожалению, в России это не развито. Да. Вот подскажите, вопрос задавали уже такой. В том году, в 2014, во Франции поставили реактор нового типа на холодной термоядерной реакции. Угу. Что про него расскажете? Ну, совершенно другие исследования, совершенно более низкие. Вы знаете, я не инженер, я могу рассказать вам, я по структуре своей лекции сказала вам, что нужно... Я не могу вам рассказать, чем отличаются вот... Прорыв, совершенно новая технология. Вы знаете, я склонна согласиться с ними, потому что я знакома с тем уровнем исследований, и я знаю, какова доля исследований именно для радионуклидов, nuclear materials, какое внимание они уделяют этому, потому что на 74% во Франции это все-таки атомная энергия. Вот 74% всей энергии... Это было так. Это было так. Да, просто вам придется, правда, переучиваться, если там все заработает. Это как надо. Ну, знаете, я говорю, физики, они такие... Да, физика все равно пойдет. Ну, ничего страшного, переучимся. Последний вопрос. Да, давайте. Последний вопрос. Насколько обоснованы страхи, скажем так, обывателей по поводу того, что если есть атомная электростанция, значит, вокруг радиация, все плохо, люди болеют, сотни процентов рака и прочих страшилок? Я могу сказать, что... Не, это на фоне суеверий. Я работала полгода в институте, который занимается исследованием радионуклидов, да, и захоронением ядерных отходов. У них контрольная зона, куда им регулярно привозят вот отработанное топливо ядерное. Я хочу сказать, что у них вот людей, которые там работают, ни разу не отмечено онкозаболевания, все здоровы, все работают, они регулярно проходят медобследование. Я могу сказать, ну, для меня это на фоне суеверий. Спасибо вам. Спасибо большое.